открывается судебное заседание, слушается гражданское дело по суду Булгакова Антона Николаевича о сельскохозяйственной медиакомпании и корче защиты чести и достоинства. У нас после перерыва судебное заседание продолжается. Состав суда не изменился. Дело рассматривается в составе председателя Сочи-Суды Тихонова, пресс-секретаря судебного заседания Герасимова. Вновь явились у нас представитель, новый представитель. Сами слушатели? Нет, я представитель. Вот да. Еще заявляю, что сторонник. Да, представитель. Да, слушаем. И вот у нас новый представитель. Да, и у нас есть ходатайство от ИСА о допуске к участию в деле представителя Кикилыка Петра Ивановича. Я. У нас в соответствии с частью 6 статьи Так, остальные лица, участвующие в деле, у нас те же. Остальные слушатели или еще кто-то? Да, остальные слушатели. Значит, у нас поступило ходатайство об организации видеоконференц-связи судебного заседания посредством ВКС от Антона Николаевича. Мы письмо ему направили вчера о том, что у нас, к сожалению, на сегодня отсутствует техническая возможность проведения судебного заседания посредством ВКС. Сегодня не представляется возможность занятости оборудования. Вот поэтому ВКС сегодня не представляется возможным. Это ходатайство разрешить сегодня не представляется возможным. Далее. Ходатайство переносит судебное заседание. Поддерживайте. Да. Да, поддержим. Да. Тоже поддержим? Вы получаете то, что? Да, хорошо. Обсуждается ходатайство. Ну, смотри, это сюда надо же учитывать, потому что сами присутствуют два или три письма представителей. Суд совещается вместе с определением. На данной стадии удовлетворения ходатайства переносит судебное заседание. Вы знаете, поскольку в судебном заседании присутствуют три представителя истца, которые представляют его интересы в данном процессе. Далее у нас с прошлого заседания на предыдущей представитель помнит осталось ряд неразрешенных ходатайств. К ним вернемся. Есть ли ходатайство? Есть много же. Да, есть. Можно? Да. Дают. Уважаемый суд. Все дело в том, что я вновь прибывший, вступающий в это дело, я прошу дать мне время на изучение материалов дела. А вы в курсе, что ваш доверитель ходатайство о назначении судебной экспертизы подал? Если это было, так сказать, в прошлом судебном заседании, я возражения не имею. Но, значит, если по настоящему делу, я бы хотел, конечно, знать, что же даст эта судебная экспертиза. Это первое. А второе, значит, ваша честь, коль вы уже дали мне слово, я хочу задать вопрос присутствующим. Скажите, пожалуйста, а вот эта, так сказать, как называется, секта, она признана судом террористической или она признана судом антинародной или еще что-то. Я бы хотел знать, было ли такое решение суда. Если было, прошу сообщить. А если не было, то можно ничего не говорить. Поэтому слово «живой человек», ну, я тоже не мертвый, все мы тут сидящие, мы все живые люди. И если сравнивать меня, вас, всех присутствующих здесь, вообще в целом планету, что мы секта, потому что мы называемся живыми людьми, это есть нечто иное, как отступление от норм человеческой морали, конов природы и всех международных законов, в том числе декларации по правам человека, принятой, значит, Организацией Объединенных Наций очень давно. Поэтому я очень бы просил, в соответствии с этим действующими конами, разрешить мне, значит, на изучение материалов дела. Иначе могут допустить и, значит, и адвокаты, и судьи, и прочие, участвующие в судебном процессе, ошибку. Для того, чтобы не допустить ошибку, поэтому я очень прошу, ваша честь, дать мне возможность минимум хотя бы дня 3-4 на изучение материалов этого гражданского дела.
Я надеюсь, что я... Я понимаю. Благодарю. А вопрос-то вы адресуете или нет? Вы знаете, я, значит, я уважаю представителей, а в отношении того, что согласен или не согласен, то это мое право, а не его. Мое право требовать, просить, ходатайствовать. Я ходатайствую предоставить мне материалы для ознакомления с делом. И не на один день, а минимум на три. Вы просто хотели вопрос как бы задавать? Нет, у меня к нему вопросов не будет, потому что я не знаю, значит, материалов дела. Поэтому я присутствую. Значит, еще кроме того, сообщаю, значит, в известность ставлю, что я еще кроме того облечен определенными функциями, так как я выдан кандидатом на пост генерального секретаря Организации Объединенных Наций, значит, 7 регионами России, и 11 марта был подтвержден на всенародном межнациональном Вече славян. Мои материалы находятся сегодня на рассмотрении в секретариате Организации Объединенных Наций. Поэтому я сообщаю об этом и прошу исполнять все то, что как положено по закону Российской Федерации, по конам международным и по уставу Организации Объединенных Наций. Благодарю. Но 3-4 дня вы сказали, вам достаточно. А? Да, 3-4 дня вам достаточно. 4 дня? 3. Вы сказали. Ну, я думаю, да, значит, так сказать, можно начать на следующий понедельник, так сказать, новое заседание. Но еще я хочу подчеркнуть. Все дело в том, что не дело граждан, есть в суде такая возможность или нет. Суд обязан предоставить все то, что есть по закону. И создать условия для того, чтобы было видеоконференции, чтобы мог участвовать и истец. Значит, поэтому, значит, истец не несет ответственности за то, что, допустим, ему не дают таких возможностей. Поэтому я настаиваю и прошу суд, с учетом всех международных конов и в том числе Декларации по правам человека, значит, удовлетворить заявление ходатайства, в данном случае истца. Значит, и без обид, я не имею ничего против, это мой коллега, я его очень давно знаю, поэтому я обращаюсь к суду и говорю, да, вы забыли, наверное, я бывший председатель второй коллегии адвокатов Свердловской области. Значит, тот кикилы, который не совсем подходит ко двору. Я прошу прощения. Это ремарка, отступление в сторону. Да, мы поддерживаем в полном объеме. Да, поддерживаем. Просим перенести судебное заседание в связи с ознакомлением и предоставлением ВКС для нашего ИСА. Я возражаю, потому что неоднократно предоставляла судебную представительность, но судебное ознакомление с материалами дела, привлечение в процесс нового представителя автоматически не означает, что необходимо принять судебное разбирательство, объявлять на перерыв. Более того, ИСА стала пригласить 10 неограниченное количество представителей, и это не значит, что каждый раз нужно вернуться знакомиться с материалами дела. Ну, это по решению суда. Я не могу настаивать, я просто говорю, что по решению суда суд, значит, имеет право приобщить, имеет право и не приобщить. Ну, лучше приобщить. А вы-то сегодня, как представители, то почему не готовы выступать в защиту интересов Владимира Николаевича? Дело в том, что было подано ходатайство со стороны Булгакова, который попросил суд предоставить ему видеосвязь. Но так как не по его вине видеосвязи нету, то есть мы ходатайствуем о том, чтобы переложить суд до тех пор, пока у вас не будет возможности видеосвязи. Потому что без ИСА у нас некоторые вопросы не согласованы. И вот на этом основании мы хотим, чтобы истец присутствовал на суде обязательно. У меня все. У меня тоже отдельное ходатайство именно о переносе судебного заседания в связи с тем, что не все вопросы были решены еще между нами и ИСО, и с удаленностью и отсутствием связи, возможности технической. Поэтому мы настаиваем все-таки, чтобы была техническая связь и возможность присутствия самого ИСО, потому что его право в данном случае будет нарушено. Вы это сейчас просите отложить, поскольку ВКС не организован, или вы все-таки поддержите ходатайство третьего? Мы поддерживаем и, значит, третьего представителя, и в том числе вместе с этим, значит, мы поддерживаем то, что надо обязательно ВКС, то есть видеосвязь организовать, потому что, еще раз повторяю, нам нужно, чтобы истец присутствовал на заседании, это обязательно, потому что иск подавал он, это его право. Суд совещаясь на месте определил ходатайство удовлетворить, объявить перерыв в судебном заседании до 8 августа 16 часов, это следующий вторник. Вам достаточно времени на ознакомление? Да. В
пятницу или в четверг, когда вам удобно? Я могу. Можно завтра, можно. Ну, как сказать, в пятницу, значит, приду в пятницу. Это составление протокола судебного заседания? Ну, протоколы надо посмотреть, исковое заявление, возражение и вот все если то. В пятницу у вас устроят в пятницу? В пятницу, хорошо. Устроят? Хорошо. Благодарю. Ваша честь, можно еще вопрос? Да. То есть вот вы приносите заседание, то есть ВКС будет обязательно? Нет, мы откладываем судебное заседание по ходатайству для ознакомления. Хорошо. ВКС мы будем смотреть по технической возможности. Ну, значит, как-то можно вот этот вот вопрос решить, чтобы оно все-таки присутствовало при этом? В настоящее время судейство отправили на письмо. Я вам тоже это проговорила, что у нас на сегодня технической возможности нет. Будет ли она на 8 августа, я не знаю. В настоящее время предприятие именно ходатайство вашего же представителя о том, что необходимо ознакомиться с материалом дела, поскольку он только вступил в судебное заседание, даже не в курсе, что сегодня ходатайство назначение экспертизы вашим доверителем будет. Хорошо, спасибо. Все, тогда перерыв до вторника, в пятницу мы вас ждем. Есть. До свидания. Все, до свидания. В общем, чтобы все в курсе были... Ходили они сегодня к 11, знакомились с материалом дела втроем. Их промурыжили, час 10 не давали знакомиться, хотя в это время пришел какой-то другой мужчина, и его ознакомили с материалами. Вот. Петр Иванович, в общем, вышел, сказал, никогда такого не было, чтобы его час 10 держали у двери и не знакомились с материалами. Вот. Благо, хоть втроем были, это три очевидца, три свидетеля. Вот, можете это в суде это все прийти и заявить, что не ознакомили, промурыжили, сами назначили. Вот. А я еще с утра ходатайство отправил, что типа требую организовать ВКС на вторник. Если не получится, тогда видеоконференц-связь из дома, то есть готов показать паспорт на видео. И если нет, то можно вон в Сургутский городской суд съездить, там какого-нибудь судью или председателя выцепить, чтобы они удостоверили личность по паспорту. Вот. А в случае отказа, это вот такой вот интернет-связи через мессенджеры, Telegram, Viber, WhatsApp, перенести заседание. Вот. Короче, они решили палки со всех сторон повставлять, в том числе Петру Ивановичу. Я не думал, что они ему так будут сопротивляться, тем более, что он их бывший как бы коллега, председатель адвокатской палаты в Свердловской области. Здравствуйте, девушка. Подскажите, на вторник на 16:00 ВКС для Булгакова согласовали? Нет, у нас отсутствует техническая возможность. Занят зал. Вы заранее это говорите? Мы вчера все узнали, занят у нас зал. Угу. Официальный ответ будет? Заранее, за месяц, за два записываются. Официальный ответ будет? Письмо. Ну, я до сих пор не получил. Отправим сегодня. Что? Сегодня отправим. Давайте, жду.